Это видео о том, как я решил месяц заниматься по Дуолинго и посмотреть, что из этого выйдет. Так, ну что, решил я заниматься месяц в Дуолинго, и сегодня третий день, как я занимаюсь, третий день подряд. Вот, и я не знаю, честно говоря, насколько правдивая вот эта таблица, я очень сильно сомневаюсь, но якобы я на первом месяце набрал 2000 очков, вот, и я сейчас на третьем разделе. Не могу сказать, что это было быстро. Вот, даже в какой-то момент попытался сразу со второго на третий перескочить, но не получилось. Можно было, но пару раз ошибся. Что прикольно, можно переходить на раздел выше, если у тебя реально хватает знаний. Вот, но пока что нет. Я решил изучать немецкий язык. Вот, английский я на каком-то уровне знаю. Знаю, как по мне, на среднем уровне. Не могу точно сказать, какой это. Мне кажется, B1-B2. Вот. Но какие-то, так сказать, пункты у меня хромают. Например, разговорная речь очень туго. Вот. Но так как был аниматором в Египте, и это очень сильно прокачало мои знания. Вот, это прям огромный плюс. Вот, а, например, чтение или аудирование, ну, более-менее. Вот, начал я сейчас изучать немецкий практически с нуля, знал очень мало. Будет отдельный ролик, как я изучал английский. Я мог бы по такому способу изучать сейчас немецкий, но мне нужно просто наработать какую-то базу, выучить фразы, слова какие-то вот на начальном этапе, чтобы уже начать шпарить и идти по тому методу, который я выработал для себя в английском. В английском просто у меня была хорошая база в школе, и мне это очень сильно помогло. Вот, и сейчас я пытаюсь это все наверстать с помощью приложения Duolingo. Пока что я использую только его, никаких других источников у меня нет. Вот, сейчас третий день, посмотрим, как будет дальше. Ну что, вот она статистика. 8 ударных дней, то есть 8 дней подряд. 5 тысяч, ну практически уже 6 тысяч очков, из которых 5 тысяч это немецкий, и вот ну практически 1000 это было в английском. Топ-1 это я занимал за бронзовую лигу. Сейчас я в серебряной. Вот, собственно говоря, как я говорил, то, что сначала я был на дне, в зоне понижения, потом я перешел потихонечку на зону повышения, и очень достаточно так быстренько, шустренько я перешел на первое место, и сейчас у меня вот 2845 очков, а второе место 1800. То есть разброс на 1000. Вот. Что у нас здесь, если посмотреть? Вот он профиль. Сейчас вот во вторник я прям жестко занимался. В понедельник тоже неплохо. Вчера как-то так себе, но сегодня я прям мало. Вот у меня здесь достижения есть. Что у нас здесь еще есть? Где-то там, по-моему, у меня еще есть медалька. Да, вот медалька за задание. Вот, в принципе, раздел первый. Сколько их здесь? 8. В основу первый. Я сейчас на 7 из 8. Вот. Хочу такую небольшую подсказку дать тем, кто хочет набить себе рейтинг. Я об этом сначала не знал. Получается, когда ты заканчиваешь какой-то, грубо говоря, урок, раздел, то тебе потом дают возможность сделать его золотым. Собственно говоря, как вот здесь, да? Все практически золотые, кроме, я не знаю, перейти к легендарному уровню. Вот, все у меня здесь золотое практически. Вначале я, правда, на это подзабивал, видимо. И вот на 4-м разделе я что-то проперло. А потом как-то так, 50-50. Вот. Но можно очень сильно, мне кажется, и быстро набить себе рейтинг, если надо очки. Это можно вот эти истории читать. То есть, если, например, обычные задания, которые тебе дают, они достаточно долгие, и ну, можно где-то ошибиться, то обычно истории, да, чуть-чуть поменьше очков, но зато ты обычно истории помнишь, и можно это все быстро забустить, так скажем. Вот, просто Эдди ist im Supermarkt. Eine Frau kommt zu Eddie.
Вот даже я сейчас не помню, о чем там было. Могу это все быстро пробить. Hello. Вот, но это потом. Вот, поэтому первая неделя, не знаю, такие маленькие советы, наверное, все-таки перебарщивать не стоит с занятиями, потому что начинаются какие-то головные боли от перегрузки. Мне кажется, все от перегрузки, потому что слишком большой поток идет информации. Вот. Но насчет самого также приложения хотел сказать то, что не знаю, можно ли прям очень хорошо выучить какой-либо язык чисто на этом приложении. Но, по крайней мере, как стартовая такая площадка, где можно набить себе, не знаю, какой-то словарный запас первоначальный, это прям бомба, я считаю. То есть вот мне прям нравится. Потому что вот даже вот эрудит. Вот я сейчас якобы выучил 373 слова. Вот. Не знаю, так это или нет, но мне нравится. Вот. Поэтому спустя еще неделечку будет следующий итог, а потом уже спустя 3 недели будет месячный итог. Всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем пока.